три телеги – это продукты, которые хранились неправильно. Давайте посмотрим поближе. Значит, очень много в твоем готовой продукции. Вся эта готовая продукция, она была снята сверху, то есть над витриной стоит. Если мы возьмем любую пачечку и посмотрим условия хранения, черным по белому здесь написано «плюс 2, плюс 6». Эти продукты должны храниться в холодильнике. Сюда же мы относим суши. На суши не нашлось документов. Мы просили заборный лист. Сегодня эти продукты, согласно заборному листу, не делались. Администрация утверждает, что они забыли их просто вписать. Но мы на слово не верим. Дальше. Пицца. Пицца с 7 утра стоит в тепле, хотя должна стоять в холодильнике. Опять же, плюс 2, плюс 6. Условия хранения. Из нарушений по маркировке, например, вот такие вот конфеты. Здесь мы видим только их наименование. Вот. Кто производитель, когда они были сделаны, непонятно. Тесто, которое взрывалось у нас практически в руках, потому что, опять же, хранилось неправильно. Я очень люблю выпечку, но мне очень жаль вот это вот тесто, которое вздулось, которое хранилось при плюс 8, хотя должно храниться при плюс 2 градусах.